Глава 7. В 48 часов через Средиземное море. Средиземное море, Лазурное море, Великое море, Иудеев, море греков, Маре Нострум, наше море римлян, с побережьями, утопавшими в зелени апельсиновых рощ, алоэ, кактусов, морских сосен, овеянное чистым морским воздухом, напоенным благоуханием миртов, в окружении высоких гор, но подверженное вулканическим извержениям, оно поистине является полем битв, где Нептун и Плутон извечно оспаривают власть над миром. Тут, на этих берегах, в этих водах, говорит Мишле, в этом климате, лучшем на Земле, человек черпает новые силы. Но как бы прекрасно ни было Средиземное море, я мог лишь окунуть беглым взглядом этот водный бассейн, поверхность которого занимает 2 миллиона квадратных километров. Я не мог даже обратиться с расспросами к капитану Немо, потому что этот удивительный человек ни разу не показался за все время нашего молниеносного прохождения через Средиземное море. Думаю, что Наутилус прошел под водами этого моря около 600 лье, покрыв это пространство вдвое суток. Мы отошли от берегов Греции 16 февраля, а 18 февраля с восходом солнца миновали Гибралтарский пролив. Я понимал, что капитану Немо не по душе Средиземное море, со всех сторон окруженное той землей, от которой он бежал. Слишком много воспоминаний, если не сожалений, будили в нем эти лазурные воды, его легкие ветры. Тут не было той свободы в выборе пути, той полной независимости, какую он обретал в океанских просторах. Как и Наутилусу, ему было тесно в пространстве, замкнутом между берегами Африки и Европы, столь сближенными под этими широтами. Мы шли со скоростью 25 миль в час. Не приходится говорить, что Нед Ленд, к великому огорчению, должен был отказаться от своего намерения нынче же бежать с судна. При скорости Наутилуса от 12 до 13 метров в секунду нельзя было воспользоваться шлюпкой. В таких условиях бежать было бы так же безрассудно, как выскочить на ходу из вагона курьерского поезда. Кстати сказать, Наутилус всплывал на поверхность только ночью, чтобы запастись свежим воздухом, а остальное время шел, следуя показаниям компаса и лага. Итак, Средиземное море промелькнуло передо мной, как проносится пейзаж перед глазами пассажира курьерского поезда. Короче говоря, мне открывались далекие горизонты, а все остальное, более близкое, ускользало из поля зрения. Все же нам с Канселем удалось наблюдать некоторых средиземноморских рыб, сильные плавники которых позволяли им плыть короткое время вровень с Наутилусом. Мы проводили много часов в салоне, сидя у окна, и наши беглые заметки позволяют мне сделать краткий обзор ихтиофауны Средиземного моря. Рыбы, во множестве населяющие Средиземное море, в большинстве своем ускользнули от моего внимания, иных я видел лишь мельком, но все же некоторых мне удалось наблюдать достаточно. Поэтому позвольте мне, описывая их, придерживаться совершенно фантастической классификации, которая все же вернее всего воспроизведет всю непосредственность моих впечатлений. В глубинных водах, в полосе яркого света, падавшего от прожектора, извивались миноги в метр длиной, которые водятся почти во всех морях обоих полушарий. Длиннокрылые скаты по 5 футов в ширину, белобрюхие с пятнами на пепельно-серой спине, расстилались по воде, словно платки, унесенные течением.
Прочие скаты проносились с такой быстротой, что я не мог заключить, оправдывают ли они свое название «морских орлов», которые им дали древние греки, или же они заслуживают прозвищ «крысы», «жабы», «летучие мыши», которые им присвоили нынешние рыбаки. Собачьи акулы длиной в 12 футов, особенно опасные для водолазов, состязались в скорости со скатами. Морские лисицы, не менее 8 футов в длину, известные тонкостью обоняния, проносились словно синеватые тени. Дорады из семейства морских карасей, достигавшие в длину 30 сантиметров, щеголяли своим серебристо-лазоревым одеянием с поперечными полосками, отчетливо выступавшими на темном фоне плавников. Рыба эта с золотистыми бровями над глазницами посвящена древними Венере. Этот драгоценный вид морских карасей не брезгует ни солнцем, ни пресными водами. Он населяет реки, озера, океаны, осваивается во всех климатах, выносит любую температуру. Вид этот восходит к прежним геологическим периодам Земли и поныне сохраняет свою первозданную красоту. Великолепные осетры длиной в 9-10 метров проносились вслед им, ударяя могучими хвостами в хрустальные стекла, и мы любовались их голубоватой спиной с коричневыми пятнышками. Осетры схожи с акулами, но уступают им в силе и встречаются во всех морях. Весной они вступают в борьбу с течением Волги, Дуная, По, Рейна, Луары и Одера. Они питаются сельдью, семгой, треской. Несмотря на то, что осетры принадлежат к классу хрящевых рыб, мясо их очень нежное. Их едят в свежем виде, вялеными, маринованными и копчеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью к столу Лукула. Но из всех обитателей Средиземного моря лучше всего мне довелось познакомиться, в то время как Наутилус всплывал на поверхность, с представителями 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы, у которых спина из сине-черного цвета, брюхо покрыто серебристой чешуей, а спины и плавники отливают золотом. Говорят, что тунцы сопутствуют судам, укрываясь в их прохладной тени от палящих лучей тропического солнца. И они не опровергали молву, сопровождая наше судно, как некогда сопровождали корабли Лаперуза. В течение многих часов соревновались они в скорости с Наутилусом. Я не мог вдоволь наглядеться на этих животных, как нельзя лучше приспособленных для быстрого передвижения. У них маленькая голова, гладкое и веретенообразное тело. У них оно достигает 3 метра в длину. У них необыкновенно сильные грудные плавники, а хвостовой плавник – раздвоен вилообразно. Тунцы плыли треугольником, как некоторые перелетные птицы, которыми они не уступают в быстроте, что дало основание древним говорить, якобы этим рыбам хорошо известны правила геометрии и стратегии. Однако ничто не спасает их от сетей провансальцев, которые ценят тунца не менее, чем ценили его жители древней Пропонтиды и Рима. И драгоценные животные тысячами погибают в сетях марсельцев. Попробую назвать тех рыб Средиземного моря, которых нам с Канцелем посчастливилось понаблюдать более основательно. Мимо нас проплывали голубоватые электрические угри, извивались змееобразные мурены в 3-4 метра длиною, раскрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Плыли мерланы длиной в 3 фута, печень которых считается изысканным блюдом. Лентовидные циполы, напоминавшие стебли водорослей, проносились триглы,
которым поэты дали прелестное название «рыба лира», а моряки – прозвище «морской петух». Несколько напоминавшие видом своего рыльца лиру древнего Гомера. Триглы ласточки плыли с быстротой птиц, чему они обязаны своим названием. Красноголовые морские судаки показывали свой спинной плавник, разукрашенный нитевидными придатками. Проплывала сельдь-железница, испещренная черными, серыми, коричневыми, голубыми, желтыми, зелеными пятнами, чувствительная к серебряному звону колокольчиков. Блистательные камбалы тюрбо, настоящие морские фазаны ромбовидной формы с желтыми плавниками сплошь в коричневых точках. Верхняя часть боков у них окрашена в коричневые и желтые тона, что придает им вид мрамора. И, наконец, стаи прелестных барбулек, этих райских птиц океана. Римляне платили по 10 тысяч сестерций за одну такую рыбу. Им доставляло удовольствие наблюдать, как, умирая, рыба постепенно теряла свою окраску горной киновари и становилась мертвенно-бледной. И если мне не удавалось наблюдать скатами рали, спинорогов, скалозубов, морских коньков, морских оскалов, морских собачек, султанок, губанов, летучек, морских карасей, камбаловых большеглазых спаров, морскую иглу, словом, всех главных представителей, населяющих Атлантический океан и Средиземное море, то причиной тому головокружительная скорость хода, которую развил Наутилус, проходя по водам самого продуктивного водоема в мире. Что касается морских млекопитающих, то когда мы шли в виду Адриатического моря, нам встретились два или три кашалота из семейства кашалотовых с одним спинным плавником, несколько дельфинов, характерных для Средиземного моря. У них передняя часть головы разлинована тонкими светлыми полосками. Я видел мельком не менее 12 тюленей-белобочек длиной в 3 метра с белым животом и черной шерстью, прозванных монахами и верно напоминавших доминиканцев. Консель успел разглядеть черепаху с панцирем шириной в 6 футов, вдоль которого выступали 3 гребня или ребра. Я пожалел, что не удалось увидеть это присмыкающееся, которое, по словам Канцеля, видимо, представляло собою редкий вид черепахи. Я же заметил лишь несколько черепах-какуанов с удлиненными спинными щитом. Что касается зоофитов, я мог полюбоваться всего лишь несколько минут изумительной оранжевой галеолярией, прилипшей к оконному стеклу правого борта, сифонофорой, снабженной ветвистыми щупальцами, веточки которой переплетались в столь тонком узоре, что никакой паук не мог бы сплести подобного кружева. К сожалению, я не мог выловить этот замечательный экземпляр. Вероятно, мне вовсе не удалось бы увидеть зоофитов в Средиземном море, если б Наутилус вечером 16 числа вдруг не умерил скорость хода. И вот при каких обстоятельствах. Мы шли между Сицилией и берегом Туниса. В этом узком пространстве между мысом Бон и Мессинским проливом морское дно неожиданно поднимается на большую высоту. Образуется настоящий горный хребет, едва прикрытый водным слоем, в толщу 17 метров. Между тем, как по обеим сторонам этой возвышенности дно опускается до 170 метров под уровнем моря. Поэтому Наутилус вынужден был маневрировать, чтобы не натолкнуться на этот подводный барьер. Я указал Канцелю на карте Средиземного моря то место, где проходит гряда подводных рифов. «С позволения господина профессора, — сказал Канцель, —
Это ж настоящий перешеек, соединяющий Европу с Африкой. Да, друг мой, отвечал я. Исследования Смита показали, что некогда этот материк эти материки соединялись между мысом Бон и мысом Фарина узкой полоской земли. Охотно верю, сказал Консель. Думаю, продолжал я, что подобный барьер некогда существовал между Гибралтаром и Суэтой, и в геологическую эпоху он совершенно замыкал собой вход в Средиземное море. Сказал Консель, а что ежели этот перешеек во время вулканического извержения опять поднимется на поверхность вод? Навряд ли, Консель. Пусть господин профессор позволит мне закончить мою мысль. Я хочу сказать, что случись нечто подобное, господин Лесепс огорчился бы. Сколько труда стоило ему его затея прорыть перешеек? Согласен с тобой, Консель, но повторяю, в наше время нечто подобное случиться не может. Сила внутреннего огня Земли постепенно ослабевает. Вулканы, столь многочисленные в первые дни мироздания, мало-помалу угасают. Внутренний жар уменьшается, температура глубинных слоев земной коры из века в век понижается в ущерб нашей планете, ибо теплота – источник жизни. А Солнце? Солнце недостаточно, Консель. Может ли оно вернуть теплоту охладевшему телу? Не думаю. Итак, друг мой, когда-нибудь и наша планета превратится в охладевшее тело, станет необитаемой, как необитаема Луна, давно уже утратившая свою жизненную теплоту. И произойдет это через сколько веков? Спросил Консель. Через сотни тысячелетий, друг мой. Отвечал Консель. Времени достаточно, чтобы закончить наше подводное путешествие. Вот только бы Нед Ленд не испортил дело. И Консель, успокоенный моим сообщением, принялся за свои научные занятия, пользуясь тем, что рельеф дна вынуждал наше судно идти средним ходом. Там, на скалах вулканического происхождения, распустился целый цветник живой флоры. Губки, галатурии, прозрачные, как стекло, ктинофоры, цидипы с красноватыми щупальцами и слегка фосфорисцирующие. Ктинофоры – бероя, известные под названием морских огурчиков, отливающие всеми цветами солнечного спектра, способные передвигаться морские лилии, коматулы, достигающие высоты до 1 метра и окрашивающие воды в пурпур. Необыкновенной красоты морские лилии и вриалии с древовидно ветвящимися лучами, павонии на длинных стеблях, множество различных видов съедобных морских ежей и зеленых актиний с коричневым диском, скрытым под густой шевелюрой оливковых щупалец. Внимание Конселя было обращено главным образом на моллюсков и членистоногих. И хотя номенклатура их несколько суховата, я не хочу обижать моего спутника, не упомянув результаты его собственных наблюдений. Из представителей моллюсков он упоминает многочисленных двустворчатых моллюсков-спондилов, ослиное копыто, громоздящихся один на другого, треугольных донаций, трезубчатых стеклушек с прозрачными раковинами, оранжевых голых моллюсков плевробранхий, яйцевидок, испещренных или усеянных зеленоватыми точками, аплизий, известных также под названием морских зайцев, скоблюшек. Упомянуты и мясистые ацеры, характерные для Средиземного моря, морское ушко – галиотис,
раковина которого производит драгоценный перламутр, морские гребешки, аномии, которых в Лангедоке, говорят, предпочитают устрицам, столь излюбленные марсельцами клависы, несколько двухстворчаток в изобилии водящихся у берегов Северной Америки, составляющих предмет широкого потребления в Нью-Йорке. Морские гребешки с раковинами различной расцветки, морские финики литодомусы, забивающиеся в свои норы, вкусом напоминающие перец, венерикардии рубчатые, у которых раковина снабжена выпуклой верхушкой и выступающими ребрами, цинтии, покрытые алыми бугорками, коринарии с загнутыми концами раковины, похожие на гондолы, венценосные фиролы, атланты с улитковидной раковиной, серые фетиды в своей бахромчатой мантии с белыми пятнами, голожаберники и олитисы, похожие на маленьких слизняков, ковалины, ползающие на спине, аурикулы, рыжеватые скалярии, литарины, жантуры, камнеточцы, петроколы, кабошоны, пандоры и так далее. Что касается членистых, Консель в своих записках совершенно правильно подразделил их на 6 классов, из которых 3 класса включают в себя и морских животных, ракообразных, усоногих и кольчатых червей. Класс ракообразных подразделяется на 9 отрядов. Первый отряд включает в себя 10-ногих, голова и грудь у которых слита в головогрудь, прикрытую общим панцирем и несущую 5 пар ног. Консель, следуя нашему учителю Мильну Эдвардсу, разделяет 10-ногих на 3 подотряда – короткохвостых, длиннохвостых и среднехвостых. Названия этих звучат несколько дико, но они точны и понятны. Между короткохвостыми Консель упоминает своеобразных крабов, лоб которых вооружен 2 расходящимися шипами, крабов инахусов, которые, не знаю почему, были символом мудрости у древних греков. Разные виды крабов-ламбров, видимо, случайно попавших на эту подводную скалу, потому что они обычно живут на больших глубинах. Ксанта, пилумны, каляпы, замечает Консель, зубчатые користы, эбалии, стыдливые крабы и прочие. Консель упоминает обыкновенных лангустов, мясо их самок высоко ценится, раков медведей, гебий и все прочие виды съедобных ракообразных. Но он ничего не говорит о семействе остацид, к которому принадлежат омары, потому что лангусты – единственные омары Средиземного моря. Наконец, среди среднехвостых он заметил обыкновенных драцин, спрятавшихся в пеструю раковину, которую они обживают. Гомоль с шишковидным лбом, раков-отшельников, порцелан и прочих. На этом окончились научные труды Конселя. Ему недоставало времени пополнить класс ракообразных изучением ротоногих бокоплавов, равноногих, листоногих, усоногих, ракушковых или острокод и некоторых других низших ракообразных. И чтобы закончить список морских членистоногих, он почел необходимым упомянуть также класс кольчатых червей, в который входят различные свободно живущие и сидячие в трубках кольчицы. Но Наутилус, миновав горный хребет Ливийского пролива и войдя в глубокие воды, пошел, как обычно, большим ходом. И не стало больше моллюсков, зоофитов
и членистоногих. Лишь крупные рыбы, как смутные тени, проносились мимо окон. В ночь с 16 на 17 февраля мы вошли во второй бассейн Средиземного моря, наибольшая глубина которого достигает 3000 метров. Наутилус, повинуясь рулю глубины, оказался в самых глубинных слоях моря. Там, в пучинах вод, взамен чудес природы, развернулись перед моими глазами сцены волнующие и страшные. Мы шли в той части Средиземного моря, где произошло столько морских катастроф. Сколько кораблей потерпело тут кораблекрушение, сколько судов бесследно исчезло между берегами Алжира и Прованса. В сравнении с обширным водным бассейном Тихого океана Средиземное море всего лишь озеро, но озеро капризное, воды его обманчивы. Нынче оно милостиво ласкает хрупкую тартану, которая плывет между двойной лазурной гладью вод и небес, а завтра, разъяренное, вздыбленное штормом, оно короткими и частыми ударами своих валов разносит в щепы самые большие корабли. Сколько островов разбитых кораблей, поверженных на дно моря, увидел я во время этой стремительной прогулки в глубинных водных слоях. Якоря, пушки, ядра, железная оковка, лопасти винта, части машин, разбитые цилиндры, котлы без дна, останки кораблей, покоящихся в этих водах. Одни уже покрыты отложениями кораллов, другие только ржавчиной. Все эти потерпевшие крушение корабли погибли при столкновении и разбились об подводные скалы. Одни пошли ко дну совершенно отвесно, с уцелевшими мачтами и такелажем, как бы окостеневшими в соленой морской воде. Казалось, они стояли на якоре в открытом рейде, ожидая сигнала к отплытию. И когда Наутилус, проходя мимо, заливал их светом своего прожектора, чудилось, что вот-вот на флагштоке взовьется флаг, и корабли дадут приветственный салют. Но безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что по мере приближения Наутилуса к Гибралтарскому проливу все чаще встречались печальные останки, погребенные в водах Средиземного моря. Чем более сближаются берега Африки и Европы, тем чаще происходит в этом узком пространстве столкновение судов. Я видел тут множество железных остовов, корпусов, фантастических развалин пароходов. Одни лежали на боку, другие стояли прямо, точно какие-то чудовищные животные. Я видел судно с пробоиной в боку, с изогнутой трубой, с одними ступицами вместо колес. Руль отделился от архиштевня и болтался на железной цепи. Задний планшир был изъеден морскими солями. Страшная картина. Сколько жизней погибло при этом кораблекрушении, сколько жертв унесли волны. Спасся хоть один матрос, который мог бы рассказать об этом несчастном случае, или море по сю пору хранит в себе страшную тайну. Не знаю почему, но у меня мелькнула мысль, не атлас ли это, бесследно исчезнувший с людьми и грузом тому лет 20. Какое страшное повествование получилось бы, если бы вскрыть тайны глубин Средиземного моря, этого необозримого кладбища, где погребено столько богатств, где столько жизней нашло себе вечный покой. Но равнодушный ко всему Наутилус стремил свой бег среди руин. 18 февраля около 3 часов утра мы были у входа в Гибралтарский пролив. Тут существует два течения. Течение верхнее, издавна известное, несущее океанские воды в бассейн Средиземного моря.
и нижнее, встречное, существование которого ныне доказано наукой. И в самом деле уровень воды в Средиземном море, непрерывно пополняемый водами Атлантического океана и реками, впадающими в него, должен был бы из года в год повышаться, ибо одних испарений недостаточно, чтобы держать его в равновесии. Естественно, приходилось допустить существование нижнего течения, которое через Гибралтарский пролив несет избыток вод Средиземного моря в бассейн Атлантического океана. Так оно и оказалось. Наутилус воспользовался этим попутным течением и быстро прошел через узкий пролив. На секунду мелькнули развалины храма Геркулеса, опустившегося, по словам Плиния и Авиценны, на самое дно вместе с островом, на котором он стоял. А несколько минут позже мы скользили уже по водам Атлантического океана.